Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Разговор на перспективу. Делегаты Всебелорусского собрания продолжают встречаться с жителями. Я считаю, что все, кто являлись участниками Всебелорусского народного собрания, должны обязательно найти возможность встретиться с молодежью. Какие обсуждают темы? Мы из будущего. В городе прошел открытый чемпионат по робототехнике. Не каждый город областной в Беларуси это делает. А Бобруйск уже в этой череде. Как выступили местные спортсмены? Ожидание и реальность. Самый лучший подарок – это мы. Ну, ни носки, ни трусы. Это точно. До 23 февраля остаются считанные часы, что в качестве подарка получит сильная половина человечества. А также путевки для медиков, штраф за отсутствие техосмотра и оранжевый вторник. Завтра в стране прогнозируют туман, насколько опустится градус термометра. По следам Всебелорусского народного собрания в городе продолжает свою работу диалоговые площадки. На этот раз встреча с делегатами ВНС прошла в колледже имени Ларина. Здесь разговор шел о главных направлениях, которые сегодня волнуют молодежь. Это сильные регионы, интеллектуальная среда, счастливая семья и, конечно, перспективы развития для молодых людей. Я считаю, что все, кто являлись участниками Всебелорусского народного собрания, должны обязательно найти возможность встретиться с молодежью, поговорить, обозначить те направления, те основные перспективы развития нашего государства, определенные 6-м Всебелорусским народным собранием. Ну и, наверное, донести самое главное, что за будущее – это за молодежью, что действительно им учиться, им созидать, им строить наше будущее. Мне было приятно услышать сегодня то, что учащиеся колледжа, они с любовью относятся к своему учреждению образования, они с любовью относятся к нашему городу, оно не с любовью относится к нашей республике. И вот в рамках такого общения я уверен, что наше будущее, будущее нашей страны, оно только позитивное. На диалоговой площадке также подняли такие темы, как образование, волонтерство, помощь бездомным животным. Беседа получилась продуктивной и длилась несколько часов. Без ответа не остался ни один вопрос. В Беларуси выздоровели и выписаны 269 428 пациентов с COVID-19. Зафиксировано 279 456 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 799 410 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Медикам, переболевшим коронавирусом, профсоюзы компенсируют стоимость санаторных путевок. Для того, чтобы поправить здоровье или пройти реабилитацию, им нужно заплатить чисто символическую сумму – 5% от реальной стоимости услуг. Их оказывают по такой схеме 13 здравниц системы Белпрофсоюз курорта. Проверка техосмотра, уборка снега и добро пожаловать в Беларусь. Эмиратская авиакомпания запустила регулярные рейсы из Дубая в Минск. По каким дням осуществляются полеты? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. С марта вступает в силу обновленный кодекс об административных правонарушениях. Некоторые статьи касаются нарушений правил дорожного движения. Теперь в автоматическом режиме будет фиксироваться отсутствие техосмотра. Письма счастья водителям придут по почте. Сейчас ГАИ усиленно проводит рейды. Специалисты напоминают, отсутствие техосмотра влечет предупреждение или штраф от 1 до 3 базовых величин, при повторном нарушении от 2 до 5 базовых. Плановое отключение первого энергоблока БелАЭС от сети продлится около недели. Это рабочий процесс, и такие действия не должны вызывать беспокойство у населения, подчеркнули специалисты. Напомним, первый энергоблок был остановлен 20 февраля для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации. Эмиратская авиакомпания запустила регулярные рейсы из Дубая в Минск. Полеты по маршруту будут выполняться 3 раза в неделю. Вылет из Дубая в 18:50 по вторникам, пятницам и субботам. Посадка в Минске в 23:50. Обратный рейс вылетает из белорусской столицы в 0:50 по средам, субботам и воскресеньям и прибывает в Дубай в 7:45. В стране на 23 февраля объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана. В отдельных районах прогнозируется слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью будет переменных направлений, слабый, днем юго-восточный 4-9 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до минус 6 градусов. По востоку минус 7-13.
Во вторник в Бобруйске продолжат проводить работы по уборке снега, в частности, на улице Островского. Автовладельцев призывают не оставлять машины на проезжих частях, чтобы не мешать снегоуборочной технике. Информация о проводимых работах на улицах города будет обновляться. Создатели машин будущего. В городе прошел первый открытый чемпионат по робототехнике. В Центр дополнительного образования детей и молодежи съехались лучшие спортсмены со всей страны. За разборками на трассе следил Максим Кембель. Бобруйск захватили роботы, а точнее Центр дополнительного образования детей и молодежи. Без паники, машины под управлением. В городе открытый чемпионат по робототехнике. Турнир проводится впервые. Минск, Витебск, Бобруйск. Такова география участников. Всего 15 команд. Еще на этапе открытия стало понятно, соревнования будут фееричными и высокотехнологичными. Тем временем у спортсменов идут последние приготовления. Среди 30 участников и Тимофей Гришков. Парень представляет Бобруйск. И своих 16-4 года занимается робототехникой. На профессиональный уровень вышел в 2020-м. За это время уже успел завоевать награды различного уровня. На домашнем чемпионате представляет свою новинку. Над машиной трудился несколько недель. Роботы-профи уже все идут с турбиной, поскольку это позволяет сильно увеличить сцепление с трассой. И мотор начинается от 2000. Средняя скорость по трассе 2 метра в секунду. Робота-геймс – турнир хоть и новый для города, внимание ему уделяется самое пристальное. Главный устроитель – Бобруйский горисполком. Робототехника сегодня – это двигатель прогресса. Это направление активно внедряется в систему образования. Учреждения образования нашего города активно используют робототехнику, элементы скретч-программирования, систем образования, лего-технологии в образовательном процессе. Это и средняя школа номер 34, это гимназия номер 3, это, естественно, Центр дополнительного образования детей и молодежи города Бобруйска. В наш город сегодня съехали самые лучшие команды, лучшие спортсмены по образовательной робототехнике, которые участвуют в этапах КОРА, это Кубок по образовательной робототехнике, сегодня приехали в Бобруйск, что, конечно же, усложнит соревновательный момент, потому что ребята действительно очень сильные. Но и это очень важно для города, важно для любых инициатив города, потому что молодежь сегодня, занимаясь робототехникой, соответственно, развивается, ставит перед собой цели и достигает их. Что касаемо Кубка по образовательной робототехнике, турнир, к слову, самый престижный в стране. Проводится в 7 этапов. И уже в марте один из них примет Бобруйск. Мы организуем робототехнические соревнования по всей Беларуси. Я с уверенностью могу сказать, что сейчас не каждый областной город может или проводит соревнования по робототехнике. Не каждый город областной в Беларуси это делает. А Бобруйск уже в этой череде, и это очень приятно. Надеюсь, что это будет соревнование постоянным, регулярным. Открытый чемпионат Бобруйска – это в первую очередь соревнование. Участники состязались в двух номинациях – стандарт и образовательные конструкторы. В первой все награды забрали минские спортсмены, во второй – первое и второе место тоже у столичных изобретателей, а вот бронза досталась Бобруйску. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. 10 пар, 20 участников и только одно место на вершине. В медколледже выбрали лучших. Визитная карточка, творческие номера и конкурс о любви. Так выглядит программа. Мисс и мистер БГМК – это хорошая традиция. Будущие медики показывают себя с положительной стороны. Борьба не только за награды, но и за зрительские симпатии. Спонсорами сегодняшнего конкурса является Белорусский республиканский союз молодежи и первичная профсоюзная организация учащихся здравоохранения. Для каждой пары сладкие букеты, плюс сувениры и грамоты. Но лучший дуэт забронировал для себя 50% надбавку к стипендии на ближайшие 3 месяца. Уже завтра страна отметит самый мужественный праздник в году. Пока одни запаковывают подарки, другие только думают, что же преподнести любимым мужчинам. Наши корреспонденты сравнили ожидания и реальность. Вы знаете, испеку торт по-любому, потому что ему худеть надо. Нет, я шучу так. Ну, обычно, что там? Любит для бритья, любит водичку. Духи такие. Ну что, самый лучший подарок – это мы. Нету мужчины. Ищу, вот иду искать мужчину. Если найду, куплю ему все. А где он там, после покажите, пускай найдет. Детям, внукам, ну, пойду вот что-нибудь искать, какие-нибудь приборы там, какие, может, бритвами. Ой, улыбку, ради бога, так улыбок мало сейчас. Туалетную воду. Танк. Мышечный или настоящий? Настоящий. Наверное, книжку какую-нибудь. Какую-нибудь книжку интересную. Или, может быть, даже целый набор.
Может быть, и набор. Наверное, чтобы пожелали в открыточке здоровья, и все. Достаточно будет. Ну, больше ничего не надо. Ну, ни носки, ни трусы. Это точно. Ну, что-нибудь мужественное, полезное для семьи. Ну, в принципе, можно какой-нибудь инструмент для работ, для дома. Тот же шуруповерт, дрель, что-нибудь полезное, нужное. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!